Руководство столичной подземки сообщило, что завтра южная часть Таганско-Краснопресненской линии будет работать в обычном режиме. Сегодня утром из-за короткого замыкания и пожара на станции Выхино был обесточен участок сиреневой ветки до текстильщиков. Огонь быстро потушили, но 6 станций были закрыты еще 3 часа. По маршруту оперативно пустили дополнительные автобусы. Тем не менее, справиться с наплывом пассажиров удалось не сразу. Люди рассказывали, что в часы пик пришлось штурмовать переполненный транспорт. Кто-то вынужден был идти пешком несколько остановок. Сейчас на сиреневой ветке работают все станции, но поезда следуют пока с увеличенными интервалами.